Привет, меня зовут Ваня, и я рисую сегодня линейные рисунки. Это значит, я беру белый лист бумаги и маркер и рисую. Рисуй со мной. Сейчас я рисую пейзаж. Очень простой пейзаж, пейзаж-картина. Смотри, как я просто это делаю. Я рисую для начала, как будто я рисую картину. Вот такой прямоугольник, и в этот прямоугольник я впишу всю свою картину. Для чего я это делаю? Для того, чтобы показать, что линейные рисунки забавные. Я рисую горы. Горы у меня такие. Раз гора идет, и два гора идет, и маленькая три гора. А теперь еще одни горы. И тоже рисую большие горы еще. Вот здесь они большущие горы. Какие-то побольше, какие-то поменьше. У меня есть луна и небольшие облака. Я рисую облака вот так вот. Небольшие облака над горами. Я нарисую рельеф. Рельеф гор я рисую так. Раз, два, три, четыре. А здесь я рисую штришками. От начала до конца я заштриховываю некоторые горы. Где-то поменьше, где-то побольше. Где-то они короткие штришки, где-то длинные. Вот так я заштриховываю. Получается гора на горе. Горный пейзаж из черно-белой... Черно-белый горный пейзаж. Такие какие-то здесь еще горы внизу могут быть. Такой забавный пейзаж. И сразу же я поставлю в рамочку свою картину. А как я это сделаю? Я нарисую потолще рамочку. Толстую черную рамочку. Моя задача сегодня рисовать несколько линейных рисунков и показать тебе, что ты можешь нарисовать, придумать что-то интересное и красоту линейного рисунка не забывать. Даже если я часто сам по себе раскрашиваю, это ничего не значит. Все-таки в начале лежит линейный рисунок и можно стараться рисовать карандашами или ручками. Это часто очень интересно. И даже звезды показать просто точками. И рисунок достаточен. Он очень прост. Но мне он нравится своей простотой. Рисуй, повторяй, забавно. Можно экспериментировать, и не нужно на это много времени тратить. Рисунок не должен занимать у тебя больше 5 минут, чтобы у тебя было еще время на все остальные забавы, которые ты хочешь. Понимаешь? А чем, короче, рисунок, тем больше ты можешь нарисовать, и тем легче в следующий раз тебе захотеть еще раз рисовать, потому что на это тратится всего лишь 3-5-10 минут максимум, а получается классная работа. Спасибо всем, кто рисует. Если вы повторяете за мной или рисуете по моим рисункам, урокам, и ваши дети рисуют, сделайте сторис, вы поможете каналу Рыбакит. Спасибо большое, я сейчас вернусь и нарисую еще один рисунок черно-белым маркером. Давайте.